Менталист. Имя существительное. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения. Мастер управлять мыслями и поведением. Округ Северная Напа, Калифорния. Как же я рад видеть вас, ребята. Мы к таким делам совершенно не готовы. Охотничья собака нашла ее полшестого утра. Вместо охоты такая добыча. Известно, кто она? Нет, но выглядит знакомо, наверное, местная. Хотя смерть меняет облик человека. Эта рана не смертельна. На шее нет борозд, ее не удавили и не повесили. Десны бледные, глаза налиты кровью. Смерть от удушья. Какой-нибудь наркоман из города, проезжавший по шоссе. Нет, он местный. И убийство случайность. Он не собирался ее так убивать. В смысле? Она не раздета. Похититель вез ее в тихое укромное место, чтобы раздеть ее там и подвергнуть насилию. Но она подняла шум. Он попытался унять ее и случайно придушил. А ненужный ему труп бросил в яму. О которой мог знать лишь местный. Она ваша. Прошу. Может, это разборки наркоторговцев? Душащих друг друга? О ком ты? Об уродах с улицы Сезам? Одно можно сказать. Это не ссора с женихом. Могла быть и ссора. Хотя не похоже. Кто этот тип? Он наш консультант. Имеет.